Добрый день, дорогие друзья! Сегодня я вас познакомлю с новым проектом. Проект, с которым я познакомился в одном из чатов, и он меня очень сильно заинтересовал. Этот проект называется Cloud Money, то есть денежное облако. Что значит Cloud Money? В чем его главное преимущество? Cloud Money – это облачная система хранения и распределение средств между участниками. В чем ее заключается главное преимущество? Преимущество ее, пожалуй, отличительные особенности в следующем. Первое – это система распределения и хранения средств, распределенная система хранения средств между участниками. То есть средства не аккумулируются на едином счете, а распределяются между различными счетами участников, между различными участниками. Это, пожалуй, несомненный плюс, преимущество данной системы, так как все мы понимаем, насколько не была бы надежная платежная система, всему есть свой предел и температура плавления. Как говорил некогда и говорит мною многоуважаемый Сергей Пантелеевич Мавроди, и это, конечно же, делает проект неуязвимым. Следующее преимущество – это система стабилизации оттока. То есть даже в случае возникновения крупной масштабной паники это никак серьезно не повлияет на проект, так как здесь нельзя вывести все средства единоразово. Как это работает? Участник регистрируется на сайте, делает вклад на сумму в диапазоне от 10 до 1000 долларов и ежедневно на свой счет в системе получает 2,76%, от которых 1% он может автоматически ежедневно получать на свой кошелек в платежной системе. Что значит автоматически? Автоматически это значит, что ему не нужно будет делать никаких запросов, как это бывает во многих других проектах. Это, пожалуй, следующее преимущество данной системы. То есть автоматический ежедневный вывод 1% на кошелек в платежной системе. За все время участия в различных проектах, пожалуй, редкие исключения, когда проект мог действительно предложить автоматический вывод. В основном это вывод инстантом, либо вовсе ручная обработка администрации проекта или специальным отделом. Здесь же вам достаточно сделать вклад, заниматься своими делами, отдыхать ежедневно, получать по капельке с облачка и оставаться довольными. Вот, пожалуй, основные преимущества и уникальные особенности данного проекта. Ну и, конечно же, нельзя ничего не сказать о создателях данного проекта, Андрее Бордиани и Александре Соколове. Я им уже выражаю огромную благодарность за то, что они постоянно на связи со своими участниками, записывают видеообзоры и интересные видеообращения. Вот что бы я выделил в данном проекте. Так, почему я, чем я могу быть полезен для данного проекта? Я активный участник и создатель различных финансовых проектов, MLM, пирамиды, матрицы, хайп, вебинар. У меня имеется опыт в IT-сфере. Я имею представление, как работают данные проекты и как действовать в какой-либо сложившейся ситуации. Я принимал и принимаю участие в различных проектах, в создании проектов, поддержке, администрировании, управлении. И почему я? Я действительно нуждаюсь в единомышленниках, в людях, которые поддержат мои интересы, увлечения, идеи, с кем вместе мы сможем их реализовать, воплотить в реальность. Я могу обеспечить развитие и поддержку данного проекта. Я заинтересован в данном проекте. Организацию выполнения технических и социальных задач. Вот, пожалуй, основные моменты, что я вам хотел рассказать. Если вы считаете, что именно я должен быть в команде Cloud Money, голосуйте за меня, ставьте лайки по данным видео, а я постараюсь сделать все для того, чтобы проект просуществовал как можно продолжительно, стабильно, и все оставались довольны. Всем до скорой встречи, встретимся на Кипре. Ну и, конечно же, финансовая эволюция продолжается. Продолжается вместе с проектом Cloud Money.